Педагоги школ искусств, библиотекари, сотрудники музеев и театра – все они делают нашу жизнь чуточку радостнее и светлее, открывая дверь в мир искусства. 25 марта работники культуры отмечают профессиональный праздник. И по сложившейся традиции этот день не обходится без поздравлений, теплых слов благодарности и добрых пожеланий. Выражаем огромную признательность вам всем здесь, что все традиции, которые были в свое время заложены, они все у нас достойны, на высоком уровне сохраняются. Я хочу здесь выразить огромную признательность вам за то, что вы нас таким образом воспитываете понимать культуру, вдохновляться, так сказать, и жить, и радоваться. В этот день сотрудники учреждений культуры Сарова получили благодарственные письма к госкорпорации «Росатом», почетные грамоты администрации, благодарности городской думы и департамента культуры. Среди вас нет случайных людей. Каждый из вас действительно по-настоящему уникальная и творческая личность. Вы выполняете важные задачи. С одной стороны, вы сохраняете и приумножаете культурные ценности нашей страны. С другой стороны, вы активно участвуете в культурно-просветительском и патриотическом воспитании подрастающего поколения. А в условиях нынешней реальности, согласитесь, это важное направление. Хочется выразить вам слова благодарности и признательности за преданность, за вашу преданность любимому делу, за радость и талант, который вы щедро дарите нашим горожанам. Ваша миссия – созидать и просвещать. Ваш вклад в сохранение и развитие культурных традиций и ценностей нашего города, нашей страны заслуживает уважения. Работникам культуры преподнесли и творческий подарок. Для них выступили преподаватели школы искусств Глеб Дементьев и Анастасия Кох. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Евгений Ващенко, служба новостей Саров 24.